Привет, друзья. Хочу немного рассказать о системах аквапод на одно посадочное место. Что такое вообще в принципе аквапод? Аквапод – это высокоэффективная система, функционирующая на принципе, нам известном как ДВЦ-методе. Это Deep Water Culture, культура глубоководного погружения. Что это такое? Это корни, когда корни находятся погружены в аэрируемый раствор. Это и есть вся концепция всех аквапотов. То есть, что вы делаете дальше, после того, когда приобрели аквапод? Здесь полная комплектация, керамзит, горшок, все уплотнительные резиночки, датчик вывода уровня воды, все шлангочки, компрессор. То есть, что вы приобрели, когда приобрели, что вам нужно сделать? Вам нужно только включить компрессор в розетку и все. Компрессор до 100 литров обогащения воды заявлен производителем. То есть все, вы включили в розетку, все. Что еще? А, вот. После... Блин, он упал так. Вот. В принципе, что? Все, ваша система запущена и готова. Добавляете питательный раствор, так как называемый компот. И все, и ваши растишки очень скажут вам за это спасибо. Дальше будем мы собирать... систему на 2 посадочных, на 3, 4 и так далее, и так далее. Если хотите продолжение видеть, точнее, как даже будем собирать это, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии. На все интересующие вопросы я вам буду отвечать. Даже по этому аквапоту внизу будет описание, что туда входит, полезный объем, посадочное место и так далее, и так далее. Все, друзья, всем хорошего урожая.